заметьте, в этой картине ничего не происходит особенного. Это обыкновенная, очень жизненная сцена. И вместе с тем эта картина очень торжественная, очень, опять-таки, проникнута этим бережным, внимательным, любовным отношением к людям, к человеку, к матери и ребенку. И вот как раз эти и свойства творчества Леонардо да Винчи. Но прелесть Мадонны Лизы не столько даже в совершенстве этих черт, сколько прежде всего в выражении этого лица. Выражение неуловимым, ускользающим от нас. Он дает лишь только направление взгляда, но сам взгляд зарисовываем мы сами. Он дает лишь только намек на улыбку, но саму улыбку тоже придумываем мы сами, причем каждый из нас по-своему, в силу собственного воображения и даже настроения в данный момент. И вот поэтому последний штрих в этой картине Леонардо за каждым из нас, в этом тайна особого колдовского очарования, которое излучают образы Леонардо да Винчи. Какие майл машон, я лиле. Kolmetois Leonardo da Vinci -talve ja niistä kaksi on Ermitaasissa. Времени начинают называть искусством высокого возрождения.